Вчера в городе Лида по улице Пролыгина в одном из жилых домов в квартире был обнаружен труп молодого человека 99-го года рождения. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Лидского РОВД было установлено двое граждан, которые нанесли телесные повреждения данному гражданину, несовместимые с жизнью. В настоящее время данные граждане задержаны, их личности установлены, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.